Новогодний утренник прошел в Уссурийске, только не совсем обычный. Гостями стали дети с особенностями в развитии. ДЦП, солнечная болезнь, аутизм – это не повод отсиживаться дома. Родители таких чад хотят видеть своих малышей счастливыми и здоровыми. Эти девчонки и мальчишки, как и все дети, желают праздника, подарков и веселья. Дети с особенностями здоровья обычно боятся новых мест, большого скопления людей и даже просто громких звуков. Поэтому приходить на обычные новогодние утренники получается далеко не у всех. Здесь же ребятня чувствовала себя, что называется, в своей тарелке. Благодаря этому празднику дети смогли почувствовать волшебство и дух Нового года и зарядились отличным настроением. Невозможен был бы этот утренник без неравнодушных. Детям предоставили помещение, аниматоры веселили ребятню и, конечно же, подарки – все абсолютно бесплатно. Организаторы праздника говорят, что невозможно поменять все сразу. Но такими маленькими шагами можно сделать мир чуточку добрее. Виктория Калинина, Алла Хрулева, Роман Адонин, Телемикс.